Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1591, тема «Деньги». Какие места в Библии подтверждают обетование Господа воздать жертвующему материального имя его в несколько крат больше? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все места невозможно даже и перечислить. Матфея 19:29. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Кавычки закрыты. Перефразируя слова апостола Павла о соотношении ценности жертвуемого телесного взамен получаемого сокровища духовного, можем извлечь повод для расположения к жертвенности в пользу небесного. 1 Коринфянам 9:11. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Филиппийцам 3:8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Деяние 20:35. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Второзаконие 15:6-10. «Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Кавычки закрыты. Что бы ни делал здесь на земле, все это из тленного и готового отойти от нас и без нашего желания. А взамен жертвенного, взамен любви на сиюминутное мы получаем обещание, что все это возвратится к нам в несравненно высшем, вечном, нетленном. Притчи 19:17. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи 28:27. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий». Второзаконие 15:11. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Когда постигает неминучая беда и даже смертная тень окутывает человека, какой он может дать выкуп тогда за душу свою? Но оказывается, что есть неравнозначное воздаяние за милостыню, которая сделана в тайне, она спасет от занесенного меча, от пули снайпера. Псалтирь 42. Блажен, кто помышляет о бедном и нищем, в день бедствия избавит его Господь. Сирахов 3:30. Вода угасит пламень огня, а милостыня очистит грехи. Сирахов 17:18. Милостыня человека, как печать у него, а благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Нужно откладывать все время в запас то, что предназначено на милостыню. И, конечно же, не на пустое, а на самое нужное, на духовное, для спасения ближних. Сирахов 29:15. «Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья». 1 Коринфянам 16:2. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Кавычки закрыты. Отдаешь то, что фактически дано нам на самое короткое время, а получаем взамен бесконечно большее,
благословение Божие и благословение для вечности. Сирахов 40:17. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милость не пребывает вовек. Сирахов 40:24. Братья и покровители во время скорби, но вернее тех и других спасает милостыня. Тавита 4:7. Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие. Тавита 4:8, 10:16. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих, от всего, в чем у тебя избыток. Твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Тавита 12, 8, 9, 11. Доброе дело молитва с постом и милостынью и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. Итак, дети, знаете, что делает милостыня и как спасает справедливость. Лука 11:41. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто.